Работникам производственного комплекса «Омский бекон», расположенного в Калачинске, запрещают видеться с друзьями и родственниками. Их даже заставили подписать соответствующие правила внутреннего распорядка. Во всяком случае, такие документы с подписью начальника управления по работе с персоналом появились в интернете. Согласно им, работникам предприятия запретили контакты с лицами, имеющими свиней в личном подворье. А тех, кто не согласен, будут переводить на другую работу в предприятии или увольнять. Чтобы получить разъяснение, мы обратились в «Омский бекон», но там не смогли оперативно прокомментировать эти документы. Возможно, поправку к правилам внутреннего распорядка ввели для того, чтобы сотрудники не занесли на производство вредоносные бактерии от домашних свиней. Если это действительно так, руководство предприятия ограничило конституционные права своих подчиненных. В данном случае нарушается основной закон, это Конституция, что любой гражданин вправе самостоятельно решать, каким образом он будет осуществлять свою свободу передвижения. Любые вопросы, связанные с нарушением прав работника, могут быть рассмотрены в трудовой инспекции, либо обратиться в прокуратуру. Мы связались еще с одним крупным омским предприятием, которое также производит мясную продукцию. И, как выяснилось, подобные меры ветеринарной безопасности там не применяются.